Всем привет! С вами я, Алексей. И сегодня на моем канале вместе со мной будет мне помогать записывать для вас мод Саманта по бесконечному лету. Моя племянница Аня. Всем привет! Разумеется, мы вам очень благодарны за поддержку, за лайки, за просмотры. А значит, Саманта продолжает радовать нас своими приключениями. Итак, вот здесь мы остановились. А что было перед этим, посмотрите предыдущую серию. Я не буду вам рассказывать и пересказывать. А мы продолжаем читать. Вожатая ушла, и я переоделся. Это Семён, если что, переоделся. Да, и напоминаю, у нас стихотворный день в Савёнке, потому что впереди предстоит играть пьесу «Ромео и Джульетта». Напоминаю, ставят они пьесу в лагере. И вот... Семён решил расслабиться немножко, да на кровать, расслабившись, уселся. Тут подо мной хрустнула бумага. Алиса текст забыла, бедолага. Ладно, вкратце напомню, Алиса тут была у Семёна в домике. Он и хотел передать текст, который она испортила. Ну, не она, а там, ну, посмотрите, узнаете, кто. Алиса текст забыла, бедолага. Решил исправить эту я оплошность. Листки ей отнесу, явив дотошность. Оп. Я вижу, прибился наш лежак. У моего крыльца нет как-никак. Мешаю здесь я, сидя, извини. Конечно, нет. Коль хочешь, тут живи. Вас видела с Алисой, вот дела. Так Ольгу-то нарочно увела. Нет. Не благодари меня о том. Из-за меня ловушку стал дом. В конце концов, я не желала зла. И сделала то, что была должна. Наверное, обидел я Саманту. И стал зато на время арестантом. Надеюсь, ты прекрасно поняла. Там нечего смущать твое внимание. Хоть вызвать ситуация могла твое большое недопонимание. Забудем, а теперь куда собрался? Алисин текст так в доме и остался. Закончим приключение вместе спешно. Коль скоро, не мешаю. То, конечно. Похоже, никого опять нет дома. Или двери решила мне не открывать. Пожалуйста, давай не будем снова кого-либо так сходу обвинять. Чтоб стоило чего-то приключение. Блесни хотя бы умозаключением. Ну, как это? Погода хороша? Освоила сарказм моя душа. Ну ладно, признаюсь, уже я дома. Шептаться надо бы потише грома.
явились отношения выяснять. Вовсе нет. Вот, текст тебе отдать. Ах, текст! Вот это гляну. Вот это глупо получилось. Ко мне тогда зайдите, раз явились. Пять сек. Если кто из вас еще не заметил, Алиса в мужской форме. В шортах. Атака. О, классный домик. Только где Ульяна? Да где-нибудь опять буянит Риана. А это что? Любимая открытка. С Днем защитника Отечества. О, титаны такие. Герб несут. Смешно, Алис. Хорошая попытка. Статуи Победы, Статуи Свободы бьют. О чем ты? Так ведь это не она. Ульянка, вот малая сатана. Вот честно, небольшая важность. Чьё? Предупредил бы, спрятали бы её. Тебе не набивались мы, поверь мне. Ну, без Саманты трёсся бы тут у двери. Тёрся бы у двери. Не время для гостей, ребят, наверное. Да и дела имеются вокруг. Не буду вам надоедать чрезмерно, чтоб не тратить, чтоб не травить товарищеский дух. Вы отточить спешите мастерство. До пьесы времени чуть-чуть всего. Куда? Из-за открытки все проклятой. Что? Сэм из-за открыток истерит? Ушла же и смотрелась мрачновато. Ушла, чтобы дать нам роли поучить. Оставила вдвоем нас, не пойму. Ты подоплеки не ищи тому. Не знаю, что тебя так в этом гложет. Сама она с тобой читать не может. С чего ты взял, что я с тобой хотела? Хотели уйти. А давайте останемся. Мы же на Алиске тоже пойдем. Пойдем. Надо остаться. Ну ладно, раз пришел, давай за дело. На текст как будто в первый раз глядела. Назад, вперед растерянно листала. Акт первый, сцена пятая сначала. Да знаю я, нашла уж, что хотела. Мне показалось голосом Монтеки. Мальчишка, шпагу! Это негодяй! Осмелился пробраться к нам под маской в насмешку над семейным торжеством. Мой дорогой, зачем ты поднял крик? У нас Монтеки, как он к нам проник? Ты о Ромео? Адреном Ромео. Приди в себя, что ты к нему пристал? В гостях надутость — это неуместно. Нет, к месту, если лишние в гостях, я не снесу. Какой
Какой такой Ромео? А это в гости к нам Семён проник? Я форму нашу высушить сумела. Только прожгла немного воротник. И, кстати, на твоей рубашке тоже. Пришлось улики там же закопать. Иначе получилось бы негоже. Могло за порчу шмоток нам попасть. Ну ладно, с вами некогда трепаться. Я удочку беру и удаляюсь. Мне важным делом нужно заниматься. Освободиться к пьесе постараюсь. Зачем ей разрешила форму взять? Да что теперь продолжу я читать? Ромео, сущность чувств моих к тебе. Вся выразима в слове, ты мерзавец. Тебальд, природа чувств моих к тебе велит простить твою слепую злобу. Я вовсе не мерзавец, будь здоров. Я вижу, ты меня совсем не знаешь. Словами раздражения не унять. Которые всегда ты возбуждаешь. И опять наш маленький дружок тут появился, девчонок. Тогда пора его унять и делом. Пускай и преизрядно неуклюжим. Неужто роль учить не надоело? Я снова... По вопросу все тому же. Теперь, раз обстановка изменилась, вполне укромно вы уединились. Вдруг выгонит, то было бы ужасно. Поймет превратно. Кстати, не напрасно. А ну как от поспешного решения? Хорошее разрушу отношения. Ты отношений захотел, глупец. Не скромный принц ей нужен, а наглец. Не рушит ничего в любви отвага. Дорогу не пройти, не сделав шагу. А камни на дороге неизбежны. И что теперь, сидеть себе в надежде? Нет, трусость шансы ты не повышает. Нет, трусость шансы те не повышает. Скорее только напрочь их лишает. Лишь то разрушишь, что ты себе надумал. А в жизни выдумок и вовсе нет. Жалеешь о несбывшемся угрюма. Будь мужиком, такой тебе совет. Ну что? Неправда, я тебя не обижал. Тут Горнозов столовую застал. Да ладно, снова ничего. Серьезно, со скуки с вами подохнуть можно. Расстанемся друзьями, Капулетти. Едва ли знаешь ты, как дорог мне. Ну и понятно, подрались те двое. Друг друга убивали. Все такое. И можем мы на этом, стало быть, на ужин с чистой совестью отбыть. Алиса в шортах? Что за вид? Не порти славе людям аппетит. Подходишь и ворчишь, идешь и ноешь. Зачем опять на связь со мной выходишь? Тебе полезнее, говорю, без фальши.
держаться от меня как можно дальше. Должна отстать я от тебя, подруга. Позволь спросить, с какого перепугу? С тобой мы пока еще не квиты. Твои слова и вовсе не забыты. Зато твои не значат ничего. Ты угрожаешь снова, что с того? Чем подтвердить свои слова делами? Способны только скрежетать зубами. Пожалуйста, не надо провокаций. Закончить день бы без враждебных акций. Не бойся, я сама оплот порядка. Ведь знает, воевать со мной не сладко. И поведет себя вполне прилично. Поддержит снова имидж свой привычный. Но ты на это не надейся лучше. Ведь час уже твой близок злопоучный. Скажи ей, чтоб ко мне она не лезла. Уже не так ты стала безмятежна. Меня теперь в защиту призываешь. Не как ты за нее, смотри, как знаешь. Столовой необычная картина. Нам вместо вилок всем раздали ложки. А ложки эти к жареной свинине в объятиях зеленого горошка. Саманта не особо удивилась. Ко всякому уже приноровилась. Сойдут и ложки. Мы же не царицы. Всех с праздником. Тюремных день. Традиции. Сегодня день Ульяма. Сегодня день Уильяма Шекспира. Уильям. Извиняюсь за ошибку. Сегодня день Уильяма Шекспира. Вот. И пьеса чем не повод нам для пира. А что Шекспир? Ведь даже ходят слухи. Он бездарь был, успешный в показухе. И тексты вышли под пером чужим. Тем гением был некий аноним. С чего ты взял, что сам он был фальшивкой? Он делал в имени своем ошибки. Неслыханно для мастера такого. Должно быть, нам подсунули другого. Но ведь Шекспир всего одно лишь слово. Что автора тех пьес обозначает? Ну, обзовешь его ты кличкой новой. Что это для тебя вдруг поменяет? Сей парадокс несложно разрешим. Воспринимай его как псевдоним. Аль ошибался мастер смеха ради? Ходили ведь и шутки среди знати. Тогда та шутка плохо обернулась. Кое у кого фантазия проснулась. Кто знает, до чего она дойдет. 100 лет спустя кто правду разберет? О, кстати, Славе и Семен, ребята, костюмы обещала вам когда-то. Они вас ждут, сейчас я принесу. С досадой Славе дернула косу. Сидите, я сама могу сходить. Нет-нет, не нужно, Славе, не вставай. Скорей актеров нужно отпустить.
А я могу потом допить свой чай. А вы быстрее шьете время... А вы быстрее ешьте, время ценно. Поторопиться надо, вас ждет сцена. Могла бы ты Алису пощадить, с возмездием чуток повременить? Ты в этом помогать мне вызывался. Не нужно. Неужто от возмездия отказался? Я думал, только как-нибудь подшутим. Быть может, в доме лампочку открутим. Бумажки будем клеить всем на спины. Чернил нальем в стиральные машины. Но поощрять открытую вражду меж вами не хотел, имея в виду. Раз так, тогда и вовсе ты свободен. Такой помощник ни на что не годен. Дурачиться уже охоты нету. Пока не проучу мерзавку эту. Серьезное дело. А вид у вас с Алисой обожаю. По беспокойству на лице читаю. Ах, что же эта Славя замышляет? Или впустую только нас пугает? За пьесу можешь быть спокоен, ладно. Ее сорвать в мои не входят планы. На ладан дышит все, никак иначе. Сорвать она не хочет, просто плачу. Мы брифинг тратим на твои проблемы. Случись что, будет стыдно перед всеми. В чем спор? Не забывай переводить. И говори как есть. Хорошо, как... хорош темнить. Так, что же мы выберем? Будет Славе или не выдавать? Будет, значит, правду сказать. А не выдавать? Скрыть правду. Собрать. Блин, вот. Я даже не знаю. Как тут поступить, а? Выдать или не выдавать? Ну, если не выдавать, то Славя будет к нам как бы ближе, получается. А выдать, значит, ну, мы с Самантой больше сблизимся. Так выходит? Mm-hmm. Ну, давайте выдадим. Славёна замышляет злодеяние. Ведь жаждет для Алисы наказания. Не верится. И как такое получилось? Что между вами, девочки, случилось? И пусть заставил я краснеть Славяну, пресечь скорее нужно эти планы. На пользу дела можно и собрать. Саманта просит ей пообещать, что ты Алисе зла не причинишь, свои угрозы в жизни воплотишь. Раскрыл меня... Развеял свой испуг. Предатель, вот ты кто, паршивый друг. Сама по Алисе ябеды не стала. Серьез вредить ей даже не желала. Вон оно как. Мы зато выяснили. А давайте вернемся. Можно же вернуться. Можно вернуться.
Не выдавать. Так. Твержу. Актеры к пьесе не готовые. А Славе возражает каждый раз. История сия совсем не нова. Не обращай внимания на нас. Тебя, возможно, стоит выдать, Славе. Глядишь, она тебе мозги поправит. Не впутывай Саманту в те дела. Смотри, она и так не весела. Блин, я за. Чем ссориться, узнай уж лучше. Пусть, что причиняет ей такую грусть. Ей счастья от вопросов тех не будет. На сцене о невзгодах позабудет. Пожалуй, что верно рассуждаешь. А в чем тогда проблема? Сам не знаешь. Ты это хочешь обсудить при ней? Раз я тебя не выдал, не наглей. В дела соваться в наши не... А в дела соваться ваши не желала. В ее дела опять не так сказала. Ну хорошо, давайте закругляться. Пора уже и к сцене выдвигаться. Между прочим, Саманта же кое-что понимает по-русски. Общается же как бы с русскими, значит, что-то понимала все равно. В свое время наверняка. Простите, задержалась. Вот костюмы. И обойдутся вам в смешную сумму. Шучу. Но раздевалок нету там. Бегите одеваться по домам. Ох, Санта-Барбара, блин. Завязывается у нас тут. Реально. Хорош, хорош, Ромео. Выглядит весьма недурно, нет? Как здорово сидит на мне берет. О нем владелец старый раз не тужит. Пускай теперь искусству он послужит. В наряде этом ты, смешной доколик. Не дать, не взять, совсем мультяшный кролик. С Алисы в зазеркалье от Диснея. Идем, нам к сцене надо побыстрее. Пошел я, но Саманта оставалась. Глазами в землю молча упиралась. Чего-то застеснялась, может быть. Ее не помешает подбодрить. Здорово выглядишь, бояться нечего. Ну, комплиментец не помешает, я думаю. Коль кролик я, то ты принцесса точно. Забыл сказать раз, извиняюсь срочно. Красоя будет загадочная и горда. Не сомневайся в этом никогда. Неловко чуть приходить... неловко чуть приходится признать мне. Нет опыта совсем в ношении платьев. Тебе спасибо. Потружусь на славу. Хотя бы не одна... чудно одета. Бодрей, ждет не экзамен, а забава. Ну, нет проблем. И пожеланий нету. Что говорить? Подробности опустим. Убить
Дай клятву, если ошибусь я. Да задуши, избавишь от стыда. Не весело, Сэм. Что за ерунда? Меня не веришь? Неужели нужен? Не молчи. Судьба предрешена давно для нас. Пойдем уж, пьеса наступает час. Пойдем, как только клятва прозвучит. Клянусь, убью, провалишь пьесу, коль. Играем же, в ушах от крика боль. Со смертью не играй ты никогда. Ну что собрались делать мы тогда? Ромео и Джульетта, друг, не помнишь? Сдаюсь. Скорее идем уже. Бог в помощь. О, опять он. Ой-ой-ой. А вот, товарищ, я прошу остаться. Какой у нас выходит ты злодей? Привыкшего злокозненным считаться, весьма присягой удивил своей. О чем ты? Эта клятва несерьезна. Серьезней некуда. Вот в чем беда. И клятву эту брать обратно поздно. Запомни это раз и навсегда. За действия ответа не привык. Держать ты за секретность и заслоном. Держишь в узде свой собственный язык. Ведь здесь другие несколько законы. А кто тебя послушивать просил? Причем здесь я? Ты сам себе дал слово. Раз клятву дать себе набрался сил, теперь будь и к последствиям готовым. Готов ли ты Джульетту задушить? Пусть зритель рукоплещет этой сцене. Сценарий нужно только изменить, чтобы свой план осуществить пред всеми. Побольше драматизма и надрыва. Пусть публика следит, открывши рот, любуясь постановкой у красивой. Пусть после аплодирует народ, а после застывает, ужаснувшись, как будто от кошмара, не проснувшись. Не нравится тебе мой план коварный? Ты на него взгляни со стороны, как это будет адово угарно. Другие варианты не даны. Что, если я на клятву положу? Сценарий изменить, сказал ты, нужно. В другое время, верно я сужу? Чего ты колыбаешься натужно? Обет свой, чтоб исполнить, человек не должен сразу делать ничего. День, месяц, год. Декада? Может, век? Нет, мало. Лучше не сдержу его. Я волен сам сценарий выбирать. Я выбираю тот, где Сэм живет. Но клятву невозможно не сдержать. Действительно? А что произойдет? Хоть длань твою обет и не направит, здесь клятву и своею не владеем. Довольно. Метафизику отставим. Отставить. Что, кроме пустословия, имеем? Короче, Склифосовский, вон пошел. Но клятва, как же так? Нехорошо. Кому сказал? Он и пошел вон отсюда. Замедленное время трать еще. Бежать скорее, не опоздать покуда. Ну, актеров мы уже будем смотреть и читать в следующей серии. Так как в следующей серии уже будет пьеса, сама пьеса, наконец-то. Ох, сколько же было из-за нее мороки, подготовки.
у наших героев. Но в следующей серии продолжим. А пока просим об одном, чтобы следующая серия вышла. Что нужно сделать? Да вы сами знаете, что нужно сделать. Разумеется, если вы еще не подписаны, подписаться на мой канал. Не для того, чтобы просто это сделать, а для того, чтобы не пропустить новую свежую серию на моем канале же. Не пропустить наше замечательное для вас чтение. Да. Ну и комментарии оставляйте, если хотите. Ну и оцените наше творчество, наконец. Ну все. На этом будем с вами прощаться. Всем пока. Пока.